Да, у нас осталось еще одно выступление. Ольга Михайловна Катишкова, доклад на тему «Современные тенденции в инсулинотерапии». Ольга Михайловна, не торопитесь, у вас 45 минут. Спасибо большое, Михаил Борисович. А чего смеетесь? Ну, я, конечно, не в таком темпе буду рассказывать, немножко медленнее, потому что уже все устали. Моя задача заключается в том, чтобы осветить, что не только игрок, врач и препараты являются основой в инсулинотерапии. Еще очень важен сам пациент, поэтому моя задача заключается в том, чтобы показать, как работать с пациентом, чтобы повысить эффективность наших современных, таких действительно очень хороших сахароснижающих препаратов. Количество пациентов с сахарным диабетом, вы знаете, увеличивается ежегодно. И вот этот слайд мне предоставил Николай Александрович Демидов. Он еще раз хочу показать, что количество больных с сахарным диабетом за 15 лет с первым типом увеличилось в 2 раза, а количество пациентов с сахарным диабетом второго типа за 15 лет увеличилось на 3,6 раза. То есть действительно количество пациентов, которым в последующем потребуется назначение инсулина, оно растет из года в год. Если проанализировать, на какой терапии находятся наши больные, то оказывается, что на самой сложной схеме, на базе болюсной инсулинотерапии, находится более 50% пациентов с сахарным диабетом второго типа. И вот ориентировочно вообще инсулин среди общей когорты московских пациентов получают практически 25%. Порядка 40% находится на разных схемах базальный инсулин плюс различные варианты таблетированных сахароснижающих препаратов. И вот если вы видите, совсем, как говорится, ничтожный процент – это только монотерапия ультракоротким инсулином, это меньше, скажем, 2%, и смешанные инсулины используют порядка 7% пациентов. Опять же, мне необходимо, желательно сделать акцент на то, какой наш типичный пациент, который вынужден инициировать инсулинотерапию, или тот пациент, который вынужден интенсифицировать уже инициированную инсулинотерапию. Средний возраст 60+. Средняя масса тела, индекс массы тела более 30 кг на метр квадратный. Средняя длительность диабета практически приближается к 10 годам. И чаще всего именно нецелевой гликированный, приближающийся к 8-8,5, является поводом для интенсификации инсулинотерапии. Вот здесь представлена более подробно такая, скажем так, табличка дана, где показано, что порядка 6% пациентов получают монотерапию инсулина в виде двухкомпонентной терапии, то есть один из компонентов, который является инсулин, это 52% пациентов, это разные комбинации сахароснижающих препаратов, двухкомпонентная терапия, трехкомпонентная терапия, это 37% пациентов, и 4-5-компонентная терапия, где опять же присутствует инсулин, это ничтожное количество, это порядка 5% пациентов получают 4-5-компонентную терапию. Действительно, сахарный диабет относится к группе метаболических заболеваний, которые характеризуются дефицитом инсулина. И дефицит инсулина, мы не будем забывать, это может быть или абсолютный, или может быть относительный. Поэтому наши пациенты на каком-то этапе лечения сахарного диабета вынуждены получать инсулин. На современных средствах введения инсулина, Татьяна Николаевна сказала уже очень много. Действительно, средства прекрасные. У нас есть инсулиновая помпа, есть дозаправленные шприцы, но у нас нет хорошей компенсации сахарного диабета. Инсулинотерапия может быть временная, а может быть постоянная. Существует единственный метод лечения пациентов с сахарным диабетом первого типа – это заместительная гормональная терапия. Плюс для пациентов с сахарным диабетом первого типа важно, чтобы пациенты были обучены, чтобы они занимались самоконтролем. На сегодняшний день наши больные уповают на вакцины от лечения сахарного диабета первого типа. Вакцина в основном используется с целью предотвращения развития сахарного диабета. Именно профилактический вариант. А лечебный вариант – это только инсулинотерапия. Татьяна Николаевна уже остановилась о показаниях к инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Конечно, это все абсолютно больные в стадии декомпенсации, впервые выявлен сахарный диабет с уровнем гликированного гемоглобина более 9%, выражена клиническая картина декомпенсации сахарного диабета. Это пациенты, которые уже получают различные варианты сахароснижающей, таблетированной терапии, двух-трехкомпонентной, четырехкомпонентной терапии в средних или в максимальных дозах.
Это пациенты, которые имеют противопоказания для назначения любых сахароснижающих препаратов. В этом случае они вынуждены получать инсулин. Это экстренное состояние, это кетоацидоз, это, скажем, какие-то варианты декомпенсации, интеркурентные заболевания или какие-то другие ситуации, скажем, оперативное вмешательство, которые могут потребовать временного назначения инсулина. Опять же, когда стоит вопрос о выборе инсулинотерапии, на это влияет очень много факторов. В первую очередь, это типаж самого пациента. Если пациент неохотно говорит об инсулинотерапии, если он готов использовать только простой режим инсулинотерапии, он имеет размеренный образ жизни, у него низкая физическая активность, не дай бог, он еще живет один, ему сложно за собой ухаживать, и пациент готов справляться только с самыми простыми схемами инсулинотерапии, то в этой клинической ситуации, в условиях декомпенсации сахарного диабета, когда высокий уровень гликированного гемоглобина, не помогают какие-то конкретно сахароснижающие препараты, конечно, мы инициируем терапию инсулина с назначением базального инсулина. Может быть ситуация клиническая, когда мы продолжаем использовать параллельно сахароснижающие препараты, или же может быть такая клиническая ситуация, когда мы вынуждены эти препараты снять. Или же мы используем двукратное введение инсулина, назначая инсулин средней продолжительности действия, опять же, в комбинации или без сахароснижающих препаратов. При неэффективности диеты, но когда у нас имеется повышение гликемии не только натощак, но и в постпрандиальном периоде, для нас очень, скажем так, базово будет эта нормализация сахара крови после еды, потому что именно постпрандиальная гликемия является независимым фактором риска развития макрососудистых осложнений, в этом случае мы пациенту будем предлагать готовую смесь инсулина. У нас существуют различные смеси, это и ультракороткое действие, протеминизированный аналог инсулина, в комбинации, скажем, с продленным инсулином протеминизированным, и готовая смесь короткого инсулина средней продолжительности действия, и готовая комбинация аналогов инсулина сверлительного действия, аналоги инсулина ультракороткого действия. Это уже на усмотрение врача. Плюс может быть продолжена таблетированная сахароснижающая терапия, а может быть потребуется отмена препарата. Если же у нас абсолютно другой пациент, это пациент, который готов справиться с любым режимом введения инсулина, с интенсифицированной схемой мониторинга гликемии, он высоко мотивирован на достижение хороших результатов по качеству лечения, он активен, он занимается спортом, то в этом случае это кандидат на базе с болюсную инсулинотерапию. Потому что, опять же, существует ситуация, когда он уже испробовал все варианты терапии и остается надежда как бы по достижению компенсации сахарного диабета только при использовании инсулина. Это может быть, опять же, использование аналогов, а может быть использование традиционных НПХ-инсулинов в комбинации с инсулином короткого действия. Что для нас на сегодняшний день значимо? Инициация, интенсификация инсулинотерапии среди пациентов с сахарным диабетом второго типа запаздывает. Это вот такой мощный посыл. Потому что вот в этих ситуациях у нас риски развития осложнений остаются очень высокие. И вторая проблема, с которой мы постоянно связываемся, это отсутствие коррекции доз инсулина. То есть пациент не достиг цели инсулинотерапии, мы пытаемся, скажем так, может быть, сменить название инсулина. Вместо одного инсулина мы даем другой инсулин. И при этом мы не осуществляем титрации дозы ни того, ни другого инсулина. И вот наша статистика, она мировая. Она показывает, что только 20% пациентов с сахарным диабетом первого типа достигают целевых параметров компенсации сахарного диабета с уровнем гликированного менее 7%. При том, что пациенты имеют хорошее, как говорится, средство для мониторинга, пациенты имеют хорошее средство для введения инсулина, многие пациенты находятся на помповой инсулинотерапии. Вопрос стоит, почему? Почему 80% больных с сахарным диабетом первого типа не достигают цели лечения? Вторая ситуация. Пациенты с сахарным диабетом второго типа. Опять же, мировая статистика. Уровень гликированного гемоглобина более 7% наблюдается у 60-70% больных. Это то, что происходит в мире. Что происходит в России? Разные варианты инсулинотерапии. Есть базис-болюсная схема инсулинотерапии, есть использование комбинированных готовых смесей, есть болюсная инсулинотерапия. И оказывается, что только порядка 40% пациентов на разных вариантах, на разных схемах инсулинотерапии достигает цели лечения. Более чем 30% больных находится в целевых параметрах по уровню гликированного гемоглобина 7,5-9. И порядка 20% пациентов находится в стадии хронической декомпенсации с уровнем гликированного гемоглобина более 9%. Вопрос, опять же, стоит почему.
высокий процент пациентов не достигает цели лечения. Потому что, во-первых, мы запаздываем с моментом интенсификации, запаздываем с моментом назначения инсулина. И второй фактор – мы запаздываем с интенсификацией инсулинотерапии. То есть мы опаздываем с назначением второго препарата инсулина в условиях декомпенсации диабета. И вот здесь представлены данные английского исследования, которые оценили, что же происходит в реальной клинической практике в Великобритании. Интенсификация коротким инсулином после назначения уже первичного базального инсулина осуществляется при уровне гликированного гемоглобина более 7,5% через 3,7 года. То есть, действительно, обратите внимание, 4, практически 4 года врачи ждут чего-то. Из общей массы пациентов, которые осуществляется интенсификация, своевременная интенсификация осуществляется только у 30% пациентов. То есть вот они, 30% больных, которые имеют хорошую компенсацию сахарного диабета. За счет чего интенсифицируется терапия? В первую очередь за счет болюса, то есть наших пациентов переводят на базис болюсную инсулинотерапию. Самое сложное, которое действительно очень тяжело выдержать, потому что эта схема требует и подсчета хлебных единиц, и постоянного мониторинга гликемии. Смешанные инсулины 43%. Это более простая схема, она удобна и пациенту, и удобно титровать эти, скажем так, инсулины врачу. Более простая схема, менее сложный мониторинг. И 10% пациентов только интенсифицируют терапию за счет использования аналогов глюкагона подобного пептида. Абсолютно свежие данные. Вот я здесь специально представила эволюцию средств введения инсулина. То есть действительно раньше у нас были абсолютно другие технологии. Мы имели, извините меня, шприцы, которые пациенты наши стерилизовали, не имели вообще, скажем так, глюкометров у нас были, тест-полоски визуальные, пациенты были плохо компенсированы. Мы посчитали, что нам дадут в руки хорошие инструменты, количество пациентов, которые будут компенсированы по диабету, будет больше. Действительно, возможно, их стало больше, но это не то число, которое мы хотели. Какие существуют факторы, которые, скажем так, можно модифицировать, которые влияют на контроль гликемии? Было проведено исследование «Панорама», которое изучило влияние факторов как со стороны пациента, так и со стороны врача, которые влияют на качество лечения. Оказывается, со стороны пациента низкий уровень приверженности к приему лекарственных препаратов и рекомендаций по образу жизни. И это вы знаете сами, что на сегодняшний день изменить привычки пациента крайне сложно. Вторая проблема, которая очень, скажем так, она очень важная, потому что мы ее тоже, к сожалению, на сегодняшний день изменить не сможем. Это сложность лечения, это высокая стоимость препаратов, это сложные режимы приема препаратов. Наши больные с сахарным диабетом только сахароснижающих препаратов даже в условиях базис-болюсной инсулинотерапии могут получать 4. Инсулин короткого действия, инсулин продленного действия, ингибитор натрий-глюкозных котранспортеров и метформин. Плюс они получают препараты для лечения артериальной гипертензии и дислепидемические препараты, плюс еще антикоагулянты. Порядка 10 препаратов пациент должен получать. Еще очень важная проблема заключается в том, что пациенты не желают интенсифицировать терапию. То есть они делают первый шаг, им назначает врач продленный инсулин, а далее, как говорится, что делать дальше, а дальше стоп. То есть пациент не хочет переходить на более сложные схемы введения препарата. Существуют проблемы со стороны врача. Это мировые проблемы. Нет опыта назначения титрации доз инсулина. Это оценивались врачи общей практики. Незнание алгоритмов назначения инсулина, слабая мотивация, недостаток времени для работы с пациентами с сахарным диабетом второго типа, отсутствие четких руководящих принципов терапии и боязнь потенциальных побочных эффектов увеличения массы тела и гипогликемии. Поэтому нам помогать надо пациенту, потому что пациент находится в стадии декомпенсации. У пациента есть свои проблемы, у него есть страхи, опасения, как, скажем так, новый вариант терапии окажет влияние на его течение сахарного диабета, на его качество жизни. И действительно существует очень большой страх, это ухудшение течения самого диабета, потому что у наших пациентов очень часто, скажем так, есть сочетание инсулина с ухудшением качества самого течения сахарного диабета. Пациенты волнуют, как изменится его повседневная жизнедеятельность в условиях использования инъекции инсулина. Его волнует повышение риска развития гипогликемии и увеличения массы тела.
И статистика такова, что 10% больных в мире боятся, больных с сахарным диабетом, боятся уколов, боятся инъекции инсулина. Это тоже, в общем-то, фактор, который надо модифицировать. И каков должен наш вектор быть действия? Это, конечно, общение с пациентами, обсуждение преимущества лечения по сравнению с потенциальными недостатками. То есть в первую очередь мы должны пациенту показать, какие преимущества он получит при назначении инсулина первично или же при интенсификации уже проводимой инсулинотерапии. Это может помочь улучшить желание пациента использовать ту, скажем, предлагаемую схему введения препарата. Врачи первичного звена очень должны активно участвовать на всех этапах лечения пациента с сахарным диабетом. Это должен быть пациент-ориентированный подход, потому что решение по коррекции дозы инсулина, по изменению схем введения инсулина должны принимать совместно врач и пациент. И уже Татьяна Николаевна представила американские алгоритмы назначения сахароснижающих препаратов, то есть это назначение инсулина, показала о том, что введена в новая опция, это добавление аналога ГПП-1 к использованию продленного инсулина, показала этапы назначения, но я хочу сделать акцент на другом. Стоимость лечения. Если это самая простая схема, это назначение базального инсулина к использованию таблетированной сахароснижающей терапии, это самая дешевая схема, понятная и пациенту, и это та схема, когда действительно можно осуществить простую титрацию и рассказать, как это делать пациенту, и это умеет сделать, любой врач это сможет сделать. Дальше экономически затратная схема. Средняя стоимость у схемы базал плюс, средняя стоимость при использовании смешанных инсулинов в режиме двухкратного введения. И если это все неэффективно, то мы пациента подталкиваем, скажем так, это вынужденная у нас ситуация, к экономически затратной схеме, когда пациент переходит на базис-болюсную инсулинотерапию или переходит на трехкратное введение смешанного инсулина. Но, оказывается, существуют клинические исследования, которые показывают, что наши схемы инсулина, они не всегда срабатывают. Видите, эффективность в плане достижения уровня гликированного гемоглобина меньше 7% и на базис-болюсной инсулинотерапии, на разных видах инсулина, и при использовании схемы базал плюс таблетированные сахароснижающие препараты. Опять же, разные здесь инсулины представлены, и гларгин, и деглюдек, а эффективность, в принципе, абсолютно одинаковая. Порядка 50% пациентов достигают цели лечения. Аналогичная картина, в общем-то, и при использовании инсулина деглюдек и инсулина гларгин у пациентов с сахарным диабетом первого типа, порядка 40% пациентов достигают цели лечения. Какова же ситуация в Москве по достижению цели лечения? Инсулин длительного действия используют или инсулины средней продолжительности действия. Средний уровень гликированного 7,8. Точно такой же уровень гликированного гемоглобина у пациентов, получающих смешанные инсулины. И точно такой же уровень гликированного гемоглобина у пациентов, получающих базис-болюсную терапию. То есть действительно, независимо от схемы лечения, средний уровень гликированного гемоглобина остается выше целевого. Какие еще факторы влияют на результат лечения? Это факторы, связанные с проводимой терапией. Действительно, я уже говорила, это сложные режимы приема сахароснижающих препаратов, это большое количество сахароснижающих препаратов. Все пациенты хотят получить очень быстрый результат от того вида лечения, которое они проводят. Однако лечение сахарного диабета, оно длительное, требует, скажем, терпения как со стороны врача, так и со стороны пациента. Еще одна проблема – это частая смена то есть препаратов. Это несколько демотивирует пациента и ухудшает, скажем так, компенсацию сахарного диабета. И, конечно, побочные эффекты пациента. Но очень большое количество факторов, которые связаны с самим пациентом. Знания больных о своем заболевании бывают недостаточные. Низкая мотивация к лечению. Ожидание от лечения тоже у разного пациента, у каждого пациента свое. Отрицание инъекции, непонимание вообще инструкции врача. Врач говорит одно, он даже врача пациент не слушает, пациент слышит другое. Страх побочных эффектов, привыкание к терапии, потому что действительно, если мы назначаем инсулин, то чаще всего мы его в последующем уже не отменяем. И одна из тяжелейших проблем, опять же, это необходимость изменения образа жизни. Но это все, в общем-то, можно модифицировать, потому что существует схема непрерывного обучения пациентов и динамического наблюдения. И в помощь нам, опять же, я уже сказала, это существуют новые технологии, это инновационные препараты инсулина, это новые способы введения инсулина.
И возвращаясь к базальным препаратам, конечно, те препараты, которые сейчас вышли у нас на рынок, мы к ним предъявляем, скажем так, особые требования. Во-первых, эти препараты должны обладать низким риском развития гипогликемии. Они должны обладать долгосрочной безопасностью, нейтральным влиянием на массу тела, потому что большое количество больных с сахарным диабетом имеющих имеют избыточную массу тела. Низкая вариабельность гликемии, что Татьяна Николаевна очень подробно эту тему уже осветила, стабильно пролонгированный фармакологический профиль и предсказуемость эффектов. То есть действительно наша задача сделать так, чтобы максимально облегчить жизнь пациента, минимизировать риски развития гипогликемии, перепадов сахара крови. Вот здесь еще раз я представляю, что такое вариабельность гликемии, это мейджи. То есть вот это та проблема, которая действительно на сегодняшний день остается ведущей в плане риска развития осложнений, связанных с диабетом. Вот этого слайда у Татьяны Николаевны не было. Вот флюктуация гликемии запускает активность гена ВАКС. Ген ВАКС является независимым, который ген активизирует процессы атеросклероза и вызывает поврежденную дисфункцию. И в итоге в исследованиях инвитро было показано, что эндотелиальная клетка, которая подвергается высокой и низким колебаниям глюкозы, в итоге приводит этот процесс к развитию апоптозы, экспрессии гена ВАКС. То есть действительно погибают эндотелиальные клетки, усиливается развитие атеросклероза, и все это причина перепада сахара крови. И вот у нас появился абсолютно новый инсулин, гларгин 300. То есть это инсулин, где в одном миллилитре содержится 300 единиц инсулина. Соответственно, когда мы его вводим в подкожно-жировую клетчатку, то меньшая площадь подкожного введения будет в 3 раза, чем при использовании инсулина гларгин У100. Соответственно, Татьяна Николаевна уже показала, несколько изменяются фармакодинамические и фармакокинетические свойства инсулина. Хорошо это или плохо? Действительно хорошо, потому что менее выражена флюктуация гликемии в течение суток, независимо от способа введения инсулина. От времени введения инсулина. Утром мы с вами вводим инсулин или вечером. И однозначно уменьшается количество гипогликемических эпизодов, как тяжелых гипогликемий, так и ночных гипогликемий. Для нас, конечно, всегда опасны ночные гипогликемии, потому что в этот период времени высокие риски развития именно сердечных катастроф, и в первую очередь это нарушение сердечного ритма. С другой стороны, появился новый девайс, новая система введения инсулина, это новая шприц-ручка SoloStar. Она тоже имеет определенные новая ручка, тут же у SoloStar, которая тоже имеет некоторые преимущества перед старой ручкой Lantus SoloStar. Здесь уже это дозаправленная ручка, где в картридже находится всего 1,5 мл, но в этих 1,5 мл содержится 450 единиц инсулина. Стало несколько, чуть-чуть больше вот это окошко, где четко видны те дозы инсулина, которые пациент видит, одна единица – это один клик. Максимально можно ввести 80 единиц инсулина. И, соответственно, учитывая, что вводится в подкожно-жировую клетчатку определенное количество единиц, но если мы этот объем вводим, используя инсулин Lantus U100, то в этом случае капля будет большая. Если же мы это количество единиц вводим, используя инсулин Тутжео, то в этом случае капля будет в 3 раза меньше. Соответственно, скорость введения будет в 3 раза короче. То есть это, с одной стороны, это удобно, с другой стороны, пациент, в общем-то, должен об этом знать, но все равно он не должен быстро вынимать ручку из подкожно-жировой клетчатки, потому что иначе может быть не до введения инсулина. Существуют серьезные медицинские проблемы, когда мы работаем с пациентами с сахарным диабетом, получающим инсулин, который, в общем-то, должен решать врач. Именно врач определяет схему введения инсулина и выбор типа инсулина. Дальше проблема существует следующая. С какой скоростью поэтапно подходить к интенсификации терапии инсулином? Опять же, работая с пациентами, пациенты разные ментально, они разные имеют мотивацию, и для каждого пациента врач должен выбрать скорость поэтапного снижения сахара крови, то есть и при необходимости скорость интенсификации инсулина. Что проще? Это всегда дилемма такая существует. Добавление прандиального инсулина или титрация дозы базального инсулина. Но мы знаем, что наша основная задача – нормализация сахара крови натощак, а вторым шагом мы пытаемся добиться нормализации сахара крови в постпрандиальный период.
Можно ли при титрации инсулина учитывать гликемию, нужно учитывать гликемию натощак при постпрандиальной гликемии, или же еще мы должны основываться на экскурсию глюкозы? То есть вопрос действительно серьезный, потому что на сегодняшний день существует у нас система непрерывного мониторинга гликемии, и мы тоже, в общем-то, не должны пренебрегать теми данными, которые получают пациенты при домашнем мониторинге и врачи при исследовании. Всегда ли врач должен проводить титрацию дозы инсулина? Или это может сделать пациент так же эффективно, как и врач? Конечно, если пациент обучен, он будет это делать так же эффективно, как и врач. Поэтому взаимодействие между врачом и пациентом является, скажем, основным ключом к успеху. Это должны быть партнерские взаимоотношения, которые основываются на поддержке, на понимании, на уважении и на сочувствии. Наши больные, к сожалению, имеют плохую мотивацию, и на это есть объяснение, потому что сахарный диабет не болит. Если у человека появляется боль, мы имеем сразу моментальную мотивацию на то, чтобы эту боль убрать. Поэтому вопросы мотивации у наших больных, они желают лучшего. Но действительно, нашего пациента можно перемотивировать, только нужно этим заниматься. И в условиях даже нашего короткого приема, в условиях амбулаторной системы, можно привести так называемое мотивационное интервью, которое поможет изменить внутреннюю мотивацию пациента. Это особая схема работы с больным, это особая методика, которая используется в ходе беседы с пациентом и направлена на то, чтобы тот осознал свои проблемы и стал активным участником в их решении. То есть у нас простая задача – указать пациенту, где проблема, и найти, чтобы пациент вместе с нами нашел путь решения. Основные принципы, которые используются в мотивационном интервьюировании – это, в первую очередь, способность врача постоянно проявлять эмпатию, то, что у нас, в общем-то, у всех не хватает. То есть есть возможность в процессе общения распознать эмоции пациента и адекватно на них реагировать. Активное рефлекторное слушание, при котором врач задает только открытые вопросы. Спокойное отношение врача к двойственной, неопределенной позиции пациента. Способность врача обнаружить противоречия во взглядах пациента, например, между его жизненными целями и сегодняшним поведением. Умение врача избежать споров и конфронтаций – это очень важная, как бы, позиция или важный тезис, потому что известно, что любые споры непродуктивны, так как они усиливают сопротивление, и если утверждения пациента ошибочны, то нужно показать их противоречивость, если это невозможно, то нужно просто сменить тему. Акцент необходимо делать на наличие у пациентов его внутренних резервов для решения проблемы и его личной ответственности за результаты лечения. И вот есть такой момент – эмпатическое слушание. Хорошо, в общем-то, подготовленному врачу достаточно 2-3 минуты на то, чтобы поставить диагноз и определиться с тактикой лечения. Но этого времени недостаточно пациентам. Поэтому выслушивание истории болезни еще древние целители считали важным терапевтическим процессом. Это, возможно, дает пациенту больше открыться во время беседы с врачом, а врачу позволяет добиться повышения мотивации пациентов. Поэтому вот это эмпатическое слушание – это очень важный прием для повышения мотивации пациентов. И вот, в общем-то, существует вот как бы два вопроса, которые мы чаще задаем пациенту. И в одной ситуации мы как бы пытаемся что-то утвердить. Скажем, я вижу, что вы едите все подряд, и сахар крови, несмотря на терапию, остается высокий. Второй вариант такого же неправильного, скажем, утверждения или неправильной системы общения с пациентом: чтобы нормализовать сахар, вам необходимо сделать инсулин. Правильный вопрос, так называемый открытый вопрос, он должен начинаться со слов «вы знаете», «вы считаете». То есть таким образом, сформулировав вопрос, вы пациентов как бы втягиваете в беседу, в разговор, и в результате он вынужден на эти вопросы отвечать. И в процессе вот такого общения можно перемотивировать пациента, скажем так, по тем вопросам, которые необходимы. Дополнительно очень мощный как бы стимул или повышение мотивации может быть, когда вы направляете пациента в школу диабета. Существуют традиционные варианты обучения, существует модульное обучение, которое позволяет пациенту решить ту или иную проблему. Поэтому пополнение знаний или получение дополнительных знаний, которые пациент получает во время обучения, является, в общем-то, дополнительным мощным фактором, позволяющим улучшить показатели гликемического контроля. И любая школа дает пациенту мотивацию. Но существует еще одна проблема – это внутреннее состояние пациента, отношение пациента к своему заболеванию.
Есть стадия индифференции, когда, в принципе, пациенту абсолютно все равно, какое лечение он будет получать, как он контролировать будет свои сахара и что как бы в конечном результате он получит. Но на этой стадии многие пациенты вынуждены получать инсулин, поэтому вот в таких ситуациях, вот в таких клинических ситуациях чаще всего успехов терапии не будет. То есть пациент будет находиться в стадии декомпенсации. Вторая ситуация, когда пациент себе тоже очень, скажем, к себе очень специфически относится, это стадия осознания. Пациент начинает понимать, что что-то нужно делать, он еще пока не пытается изменить свое поведение. Но тоже он, скажем, на инсулинотерапии, он мониторирует сахара, но активных как бы шагов не предпринимает. Тоже это не успех терапии, низкая компенсация, недостижение целевых параметров. Следующая стадия – это стадия попытки к действию, когда действительно пациент обладает определенным багажом знаний, он прекрасно понимает, зачем он проводит тот или иной вариант терапии, он может корректировать свое состояние, и вот в этой ситуации уже наблюдаются более лучшие и показатели гликемии, и более, скажем так, целенаправленные действия пациента. И самая благодатная стадия, когда действительно все пациенты, находясь в этой стадии, достигают цели лечения – это стадия регулярности действия. То есть пациент полностью изменяет свой образ жизни, он правильно, именно, скажем так, мягко говоря, с научной даже точки зрения подходит к лечению своего заболевания, обладает достаточным багажом знаний, и эти знания, скажем так, воплощает в реальную действительность. Он считает хлебные единицы, он мониторирует сахара, он правильно корректирует дозы инсулина. То есть, грубо говоря, пациент полностью управляет своим заболеванием. Но таких больных порядка 25-30%. Поэтому и в статистике мы имеем порядка 30% пациентов достигают цели лечения. Мы в свое время провели анкетирование больных с сахарным диабетом, чтобы они нам, скажем так, указали, какие основные факторы влияют на эффективность терапии. И на первом месте оказалась эмоциональная составляющая, то есть эмоциональная поддержка и забота врача, по мнению большинства пациентов, является основой или залогом успешного лечения. Наличие информации об этапах лечения, то есть пациенту нужно объяснить, какова цель, скажем так, кратковременная, какова цель долговременная, и, скажем так, частота посещения врача-эндокринолога, с какой, скажем так, частотой необходимо корректировать сахара, как часто мониторировать показатели сахара крови. Еще очень важным моментом являются доверительные отношения с врачом. Вот 85 респондентов считают, что это является залогом успешной терапии. Страх осложнений не только у каждого второго пациента. Соблюдение рекомендаций врача по приему препаратов тоже считает только каждый второй пациент. Это влияет на эффективность терапии. Но при этом, вот, обратите внимание, такая интересная цифра. Только 42% пациентов информируют врача о нарушениях режима лечения. То есть каждый второй пациент не говорит правду о том, что он, как он, скажем так, питается, как он корректирует дозы инсулина, как он вводит инсулин. И не секрет, что очень часто наши пациенты, получив хорошие показатели сахара крови на рекомендуемых схемах лечения, начинают самостоятельно эти схемы менять. Еще очень один опросник, который мы использовали в свое время, это оценивали поведенческую комплаентность, направление на преодоление болезни, на восприятие болезни как препятствия, отметили 70% пациентов. Они стремились к сочному соблюдению врачебных рекомендаций, ориентированных на достижение цели, и врача воспринимали как коллегу. Это тоже очень важный посыл, потому что действительно взаимосвязь между врачом и пациентом является залогом успешной терапии больного на инсулинотерапии. Эмоциональная составляющая наших больных, она очень высокая. Вот повышенная впечатлительность и чувствительность отмечалась у 66% больных. Они были излишне беспокойны о последствиях или о возможных неудачах лечения. Они по каждому пустяку, скажем так, консультировались со своим лечащим врачом. В то же время, обратите внимание, они перекладывали ответственность на врача, себе оставляли роль исполнителя, то есть это пассивный исполнитель, то есть в любом случае за неуспех в терапии отвечал не пациент, под 66 больных считает, а отвечает врач, то есть врач неправильно назначил лечение. Что еще волнует наших пациентов?
Пациентов волнует достижение цели. Да, волнует, но вы знаете, опять же, в зависимости от внутреннего состояния больного. Частота самоконтроля, снижение массы тела, количество инъекций, простота использования схем лечения, снижение риска развития осложнений сахарного диабета. Но, с другой стороны, их интересуют инновационные препараты, которые они могут использовать в лечении своего основного заболевания. Их также интересует взаимоотношения со стороны врача, поддержка со стороны семьи и государства. И в то же время их интересует мнение общества. То есть вот из этих всех основных пунктов складывается качество жизни и работоспособность пациентов с сахарным диабетом, получающим инсулин. То есть им далеко не безразличны взаимоотношения с врачом, опять же, взаимоотношения с окружающим миром. Что важно для пациента в долгосрочном периоде? Это система непрерывного образования, это поддержка пациентов при инициации, использование терапии новыми сахароснижающими препаратами. Потому что вот эта как бы функция ложится и на врача, и на людей, которые занимаются системой обучения. Нехватка обучения также опасна, как нехватка инсулина. Это сказал еще Лиот Джослин. И действительно, в помощь поддержке нашим пациентам на сегодняшний день существуют специальные программы. Это, скажем, образовательный сайт «Шокодиабет.ру», это существует горячая линия «Аптилайн», где по всем вопросам пациенты могут обратиться и получить, скажем так, квалифицированные консультации. Вот на сайт «Шокодиабет.ру» вы видите, какие как бы основные разделы этого сайта. Это вебинары для пациентов с сахарным диабетом, это ответы специалистов на актуальные вопросы, это личный кабинет с дневником самоконтроля, наглядные и понятные статьи о жизни с диабетом. И существует раздел «Игра. Идеальная тарелка». Существует программа «Каждый день – это ваш день» для пациентов с сахарным диабетом, который инициирует инсулинотерапию. Это программа поддержки. Это 5 занятий в группах, это специально обучающие материалы, горячая линия, и обучение проводят сертифицированные специалисты. 7500 пациентов уже прошли данную программу. Программа осуществляется при поддержке Российской диабетической ассоциации. У нас тоже в Москве, в эндокринологическом диспансере, осуществляется такая система поддержки пациентам, которые используют инсулинотерапию. Это 5 занятий, вот они здесь представлены, основные темы, которые разбирают на этих занятиях, это что такое самоконтроль, это инсулинотерапия питания, главная тема – это титрация дозы инсулина, это физическая активность, осложнение диабета и, соответственно, последнее занятие, которое подводит как бы итог всей программы. Вообще, для чего направлены программы поддержки? Потому что без них невозможно добиваться вот в длительном периоде хорошей компенсации у наших больных. Это обучение пациентам навыкам самоконтроля жизни с сахарным диабетом. Это достижение целевых значений, которые ставит для того или иного пациента врач. Это повышение качества жизни пациента, улучшение мониторинга, снижение количества осложнений. И очень важная позиция – это снижение расходов на лечение тех осложнений, которые реально можно предотвратить. Была проведена статистика оценки эффективности данных программ. Вы видите, что количество пациентов, достигших цели лечения после обучения, практически в 2 раза увеличилось. Но действительно, программа эффективная. Какие тенденции современной, скажем так, инсулинотерапии? Ну вот уже Татьяна Николаевна говорила о таблетированных формах инсулина, об ингаляционных формах инсулина. Но увеличение концентрации инсулина – это тоже такое важное, скажем так, важное направление. В первую очередь, высокие дозы инсулина важны для преодоления инсулинорезистентности. Поэтому на сегодняшний день у нас есть тот же Солостар, где в 1 мл 300 единиц инсулина. В Америке зарегистрирован препарат Хомолог, где 200 единиц в 1 мл. И очень старая регистрация была Хомулина регуляра, где концентрация инсулина 500 единиц в 1 мл. Но по всем литературным данным на сегодняшний день считается, что это альтернатива вот такой концентрации инсулина – это использование инсулиновой помпы. Даже был разработан алгоритм использования высококонцентрированных инсулинов, это в первую очередь инсулины короткого и ультракороткого действия. И опять же рекомендация использовать вот такие высококонцентрированные инсулины в том случае, если суточная доза инсулина более 200 единиц. И вот обратите внимание, даже в ряде ситуаций есть пациенты, у кого доза инсулина, вот такие сумасшедшие, более 2000 единиц инсулина. И вот в этой ситуации, конечно, они рекомендуют однозначно использовать инсулиновую помпу. Но это официально Михаил Борисович, рекомендация американского диабетической ассоциации. Если вы видите, это они еще были изданы в 2005 году.
Мы пока работаем с инсулином базального действия, где в одном миллилитре содержится 300 единиц инсулина. И, конечно, на этот инсулин нужно переводить пациентов, потому что его преимущество однозначно, официально об этом рассказала Татьяна Николаевна. Если мы инициируем инсулинотерапию, вот здесь, конечно, мы проводим расчеты из расчета назначения дозы единиц на килограмм массы тела. То есть вот 0,2 единицы на килограмм массы тела. Далее, если мы переводим с базального инсулина, пациент получал всего одну инъекцию базального инсулина, мы переводим единица в единицу. Но это на старте, потом в последующем возможно изменение дозы инсулина, то есть возможно титрации. Если мы переводим с двух базальных инсулинов, то, в общем-то, рекомендуется уменьшить дозу на 20%. А затем мы можем и дотитровываем до целевых параметров компенсации сахарного диабета. Не нужно каждый день менять дозу инсулина. Коррекция дозы инсулина осуществляется по средним показателям сахара крови, который получен за 2 дня. То есть наша цель – это достижение гликемии натощак менее 5,5 ммоль на литр. И коррекция прекращается в том случае, если мы достигаем цели. Если же у нас имеется тенденция к снижению ниже 4,0 ммоль на литр, то в этой клинической ситуации нам, соответственно, необходимо уменьшить дозу инсулина с целью избежания гипогликемических эпизодов. В принципе, титрация очень простая. Об этой титрации, конечно, мы информируем наших пациентов. Они, в общем-то, с этой клинической ситуацией очень легко справляются, потому что скорректировать дозу базального инсулина намного проще, чем корректировать базис-болюсную инсулинотерапию. Спасибо.